Хороший, давай. Красавчик пришел. Пятый раз за полтора месяца домой. Забрал его с дома на работу. Давай, котик, давай, мой хороший, вылазь. Вы замуровали, да, замуровали. Выходи. Смотри, какие лапы у него, как у тигра. Мейкун такой получился среди всех. Давай, вылазь. Вот так, мой хороший. Вот такая канистра у нас переходная. Ездим в лечебницу с ней. Да? Ой, такой, как мейкун такой. Здоровый такой. Давай пожрать. У, какой здоровяк. А это Мотя. Сестренка. Ну, это племянница, наверное. Они не с одного помета. Вот. Со второго Мотя уже была помета. У нас было три поколения котят. Вот опять же исторический момент. Когда около миски, да, и когда еды много, и воды много, и коньяка много, и водочки хорошей, никто не дерется, да? Песни поют. А как что-то не хватает, так начинают выяснять отношения. Все, будешь со мной сегодня ночевать. Сегодня я и охранник, и дворник, и кочегар. Вот так, мой хороший, здоровый такой вообще, котяра такой. Загулял. А Мотя пятерых котят родила. Ну, 20 августа ее стерилизовали. Молодец. Мотя ушла со мной, наверное, на работу. Живет на работе уже со мной второй месяц. Домой пытался ее отнести, она шипит. Котят своих не признает. Им уже по 7 месяцев, правда, котятам. Два пацана осталось. Кстати, подарим. Уголек и Кузя. Там на видео YouTube канал Владимир Стороженко есть. Ну все, коротенько, да? Мотя, все, закусываем. Вот, не получилось сегодня поспать. У меня вот тут лежаночка, все, дровишек заготовил, уголька. Тут все, котел разжег уже 18:40. Ну как разжег? Подмолодил, почистил. Сейчас топим уже круглосуточно. У нас снежок на улице. Завтра уголек привезут. Все нормально. Так что это даем тепло, охраняем покой гостей нашего города. И всегда сетевой маркетинг. Почему я всегда с любовью, с радостью иду на работу? Беседочка такая серьезная. Потому что это вот трехэтажная гостиница. Здесь люди бывают со всей России. Предприниматели, перегоны, перекупы автомобилей из Японии по всей России. Так что за 5 лет они ко мне привыкли. Сначала, конечно, не понимали мой альтруизм. Чё мужику от них надо? Чё он такой добрый? Чё ему до всего дела есть? Везде вмешивается, везде хочет на пятерочку все сделать. Добросовестное отношение к труду. Ну вот, я им сказал, что, друзья, я вас вербую в счастливую жизнь, чтобы не болели, чтобы были здоровы, чтобы больше времени проводили с семьей, чтобы были верные друзья, чтобы было несколько источников дохода. Вот. Это можно сделать в международном бизнесе. Вокруг нас 200 стран с суверенитетом, 10 стран без суверенитета, 300 миллионов русскоязычных людей, 8 миллиардов населения. Интернет нам в помощь, всякие соцсети нам в помощь. Да, Мотя? Все, делаем сетевой маркетинг, да? Мотя помогает мне. Мотя не спорит. Все, и не драться. Да? Все. Такие, он красавчик какой. Красавчик, красавчик такой, как Микун. Все, закусили? Закусили? Ну все, давай, свобода. Все, у них здорово питание. Тут такое, кролик в желе. Ягненок, курица в желе. Ягненок в желе. Курица в желе. Корм сухой. Кашка от Ирины Борисовны, перловка с мясом. Ну все, YouTube канал Владимир Стороженко. 28 лет в сетевом маркетинге, 5 лет крайних. Работаю физически на моем YouTube канале там, и что там из леса пытаемся собрать, из тайги, из речки поймать, из моря. Смотрите YouTube канал Владимир Стороженко. Если что-то заинтересует, плюс 7 924 123 24 44. Ну а самое главное, это здоровье в семье. Это вот, конечно, и продукты пчеловодства помогают, и морепродукты, и дикоросы, но
Очень важно. БАДы компании Full Life Research для компетентного иммунитета. Загуглите трансферфактор в спорте, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор при инсультах, при инфарктах, трансферфактор при отеках венки, трансферфактор при беременности, трансферфактор при физической нагрузке. Я качаю тему физической нагрузки. Трансферфактор ветеринарии. Вот нам он помогает. Вот сам я котика вылечил. Фартового. Коты ему голову порвали. По-серьезному там вылечили моего. Вот, так что все здорово. Да? Красавчик. Все? Ну-ка, дай-ка ножик. Все. Ну все, помогай Бог. YouTube канал Владимир Стаженко. +7 924 123 2444. Рад вам быть полезным. Бытие мое. Ищу партнеров по духу.